Всем привет! Решил поделиться, да, и в принципе проэкспериментировать по диску сцепления. На машине пришла пора замена диска сцепления. Читал много отзывов. Кто что пишет, кто пишет хороший, кто пишет плохой. В общем, я решился на, наверное, может быть, отчаянный шаг. Приобрести вот такой диск сцепления PHC Valio. Это у нас Корея, сделано в Корее. Что тут сказать? В общем, люди много отзывов пишут, и все разные пишут. Поэтому я выкладываю такое видео. Купил вот такой диск. Сегодня мне его ставить будут. Коробка открыта, вот я его достал. Вот и посмотрим, кто пишет, что 4000 выдерживает, кто 5, кто говорит вообще 200 тысяч, кто что пишет. Не знаю, посмотрим. В общем, вот он диск, вот они буковки, коробка была запаянная, заклеенная тут. В общем, собственно, это и все. Коробка вот такая пустая и вот такой вот диск сцепления. Ну, на этом все пока.